Здравствуйте, я Олег Квасов. Это «Минута о бизнесе». Сегодня мы побываем в центре идей по воплощению интерьера Point и поговорим с его директором Ириной Рубель. Поехали! Ирина, расскажите, пожалуйста, вот вы стояли у истоков основания вот этого большого красивого магазина. Как начинался этот бизнес? Ну, вы знаете, не секрет, что многие из наших покупателей мечтают создавать и в результате создают неповторимый интерьер в своих квартирах, домах, дачах. Иногда хотят заменить просто старую мебель на новую, которая прослужила им верой и правдой долгие годы. Купить приятные мелочи для дома. Чтобы удовлетворить потребности наших покупателей, 3 года назад глава и собственник фабрики Юрий Санохин Алексей Сергеевич, а также руководство компании приняло решение открыть современный, уютный, комфортный торговый центр «Мебель Point». Вначале были какие-то сложности, да, вот что не получалось, с какими проблемами столкнулись? Одна из таких проблем, что пришлось проводить реконструкцию торгового центра. Для этого понадобилось присоединить смежное помещение в 1300 квадратных метров. И проводилась реконструкция в несколько этапов. Для того, чтобы не прерывать работу торгового центра, приходилось бороться с шумом, строительной пылью, ну, создавать каким-то образом отсутствие ремонта. Также пришлось проводить определенную работу по изучению потребительского спроса, анализу и выбору ассортимента продукции. А сейчас кризис, тема злободневная. Как сказался на потребительском спросе? Безусловно, экономический кризис сказывается. Потребитель стал более требовательным, экономным, более разборчивым. Но в связи с тем, что у нас в торговом центре представлена продукция разных поставщиков и ценовых сегментов, поэтому для покупателя предоставляется возможность выбрать любой товар на любой цвет и вкус. Ирина, два слова вот о ваших ключевых партнерах. С кем сейчас предпочитаете работать? Ключевыми партнерами являются такие мебельные компании, как «Джулис Кухня», «Дядькова», «Москва Мебель», «Аримекс», «Дока», «Галактика», «Аиша». Это компании, которые нас не подводят и зарекомендовали себя хорошо на рынке. Для наших покупателей мы предлагаем идеи по обустройству дома, воплощенные в интерьерах. Зал разделен на отделы спален, кухон, гостиных, прихожих, детских комнат, работа и так далее. На втором этаже торгового центра представлена зона сопутствующих товаров – текстиля, посуды, элементов декора. Сейчас, конечно, в кризис многие начинают экономить, и даже это замечают потребители. Вот как вы работаете с поставщиками, как вы проверяете качество, да, и, в принципе, вот в сфере выбора и покупки мебели, что нужно делать, чтобы не ошибиться? Чтобы купить именно качественную продукцию? Безусловно, на качество продукции стоит нашим покупателям обращать внимание, так как мебель выбирается на длительный период, и поэтому служить она должна долго. Но качественная мебель не может стоить слишком дешево. Также стоит обратить внимание на наличие сертификата. Сертификация в нашей стране – дело добровольное, но производитель, не уверенный в качестве своей продукции, вряд ли будет производить сертификацию. Наш заключительный, финальный вопрос. Что вы можете пожелать начинающим предпринимателям? Хотелось бы пожелать, в первую очередь, вдохновения, а скорее всего, уверенности, переходящей в храбрость. И приступать к этому мероприятию только в том случае, если вы будете уверены, что покупателю это действительно необходимо. Но лучше в городе Ивантеевка и в ближайших городах такие торговые центры не открывать. Конкурировать с нами не получится.